Сегодня я превратился в маленькую курицу, и я застрял внутри этой фермы на следующие 100 дней. Если я смогу прожить 100 дней в ферме моего друга и не превратиться в ходячий наггетс, то я выиграю этот челлендж. Однако, к сожалению, не все так просто. В этой ферме построили ресторан, в который ежедневно попадают курицы и превращаются в фастфуд. Я и мои сородичи живем в этом маленьком помещении. Иногда нас кормят хлебом, иногда пополняют ферму курятиной, а иногда к нам приходит настоящее зло, и это мой друг, фермер. Он владеет этой фермой и ежедневно пытается меня убить, то есть он отправляет меня в различные здания для приготовления курицы, где мне предстоит всеми силами выживать, чтобы не стать стейком. Скорее нажмите на эту красную кнопочку подписаться, потому что на этот ролик я потратил гигантское количество времени. И давайте наберем 8 лайков. Приятного просмотра. Итак, друзья мои, мы появились. О май гад, мы заспавнились в нашей ферме, как говорится, мы родились. И причем самое интересное, что я курица! Странно видеть руку, как будто я тунка, но смотрите в F5 себя и видеть, что я обычный петушара, который пришел тут повыживать в Майнкрафте и навести суету. Почему, кстати говоря, суету? Потому что мы не обычные курицы, на самом деле. Мы не обычные петухи. Мы сегодня собираемся сбежать из этой фермы. Мы планируем какой-то бунт. У нас, так сказать, есть своя секта. Как видите, вот мои, смотрите, друзья, они тут, я не знаю, пытаются выбраться вовсю или нет. Ну и как вы уже поняли, мне предстоит сегодня обживаться в этой территории. Так, давайте немножко посмотрим, что у нас здесь имеется, потому что времени у нас крайне немало. Вы скажете, Тунка, куда ты так сильно спешишь? А дело в том, что тут имеется неподалеку охотник, который планирует меня убить. Или даже не так, наверное, он планирует меня отправить на шашлык, а потом только убить. Итак, что у нас имеется? Это какой-то небольшой домик, в котором я могу обживаться. Тут у нас имеется железная дверь, через которую можно выходить. Это как запасной аварийный выход, так сказать. И по сути все. Хотя стоп, тут еще что-то имеется, какой-то люк и. О май гад, имеется какая-то шахта или это тайник? Что это такое? Это. О май гад, только не говорит мне, что это тайный выход. О, да, за пределы нашего вольера. Получается, мы можем сбегать из нашего вольера. Но нам нужно быть максимально предельно осторожными, потому что если охотник, или иначе говоря, фермер-директор меня спалит, у нас случатся явные неприятности, но пока что я его нигде не вижу. Итак, я предлагаю нам начать наше развитие с того, что мы добудем первоначальное дерево, потому что в этом мире мне очень сильно понадобится дерево, чтобы скрафтить себе какие-то инструменты и, если что, заготовить свой побег заранее. Нам нужен какой-то план, нам нужно проявлять максимально свою хитрость и свой разум. Все, добыли дерево и, пожалуй, отправляемся обратно теперь, пока мы не спалились, потому что где-то тут рядом может... О, мега, я вижу его, я вижу, тихо-тихо, прячемся, прячемся, я его вижу, окей, вы видите его тоже, это охотник, или иначе говоря, фермер, наш директор. Так-так-так, отличненько, дверку откроем, зайдем на мою фазендочку, тихо. О, да, привет, мои хорошие курочки, привет. Мы должны быть обычными так, петухами. Все построились, вы что тут, блин? Так, яйца навыкладывали, хорошо, отлично, яички соберем. Так, ну что ж, курицы, у меня для вас плохие новости, придется кого-то из вас немножко, так сказать... А! Нет! Замочить. Нет, 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 так тихо, я нормально, так, курица. Нужно выбрать, кого бы из вас немного замочить. Не так, меня? Вот это вроде такая ничешная, сочненькая. Так, а ну-ка иди сюда. Так, вот так, куда убегаешь? Подожди. Он убивает всех куриц, и главное нам не попасться ему под его ружье. Поэтому я лучше спрячусь за деревом, потому что я умирать как-то, ну, не особо хочу. Хе-хе-хе, будет очень вкусный шашлык. Так, еще парочку осталось. А ну-ка иди, может, вот здесь какой-нибудь выбрать? Нет, 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 я обычная курица, я обычная курица. Так, вон там вроде какая-то. Нет, 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 бежи, 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 нас спалили, нас спалили. Так, быстро откроем дверь, бежи, бежи, бежи в тайник, иначе нас только что чуть не убили в первую же минуту нашего выживания. Я не понял, я ее убил или она убежала? Ладно, неважно. Так, ты иди сюда, тоже вроде такая сочная. А ну-ка, ведите себя хорошо, откладывайте яйца, и я пошел, короче. После первых 10 дней я понял примерно, как работает фермер, и начал читать его как открытую книгу. Каждых 3 дня он приходит и убивает по 5 куриц, так как это его лимит. А значит, мне нужно быть предельно осторожным. Ибо мне ни в коем случае нельзя попадать в эту пятерку. Если фермер меня поймает, я буду отправлен в одно из зданий, где они готовят куриц. И, скорее всего, мне там будет крайне нелегко выжить. Итак, спустя 10 дней я могу сказать, что я примерно уже понимаю, как мыслит директор, фермер, или как его еще иначе называть. Я скрафтил себе каменную кирку, потому что прямо сейчас мне бы не помешало отправиться в шахту. Мне нужно укомплектоваться нормальной броней, ибо такими темпами он может одним выстрелом просто меня убить. И это не совсем то знание, через что мне хотелось бы пройти, как бы умереть, все дела. Я хочу сегодня сбежать, я насобирал себе немного перьев, булыжника, дерева, и не знаю, пригодится ли мне это или нет. Но, во всяком случае, прямо сейчас мы планируем рядом наш побег.
побег. Итак, отправляемся в наш секретный выход отсюда. Потому что мне нужно будет найти шахту. Я не знаю, где здесь искать шахту, есть ли она вообще. Но до этого я выбегал на улицу, я видел то, что были некоторые горы, скалы, в которых, в принципе, можно что-нибудь найти. Итак, я нашел какую-то скалу, и я вижу тут уголек, поэтому в теории можно было бы его добыть. Главное сделать это осторожно, чтобы нас никто не спалил. Потому что я знаю, что этот фермер-директор где-то поблизости. У него как цель по жизни просто меня найти и меня убить. А я как раз таки хочу сделать наоборот. Хочу, чтобы он меня не убил. И желательно, чтобы я сбежал отсюда живым, правда? Как отсюда сбежать, нам еще предстоит узнать. Тут везде все ограждено, и причем тут очень-очень много разных зданий. Так, уголь мы добыли, но это явно не то, что мне нужно. Поэтому, знаете что, придется, видимо, рискнуть и где-то прям под его зданиями начать копать вниз, чтобы найти железо. О май гад, я нашел железо! Отлично! Я нашел железо, я капец как этому рад, потому что если бы не железо, я не знаю, я бы не скрафтил себе никакую броню, я бы так и бегал, как курица без защиты. В принципе, я и так не особо чувствую своей защиты, потому что, как видите, у меня даже не отображаются мои жизни. Наверное, их так мало, что одного удара будет вполне достаточно, чтобы меня вынести. Так, а что это тут за шахта какая-то новая? О, нет, только не это, только не это, блин. Что за фигня? О май гад, меня спалили, подожди, стой, так, прячемся. Эй, ты что, офигел? А ну-ка иди сюда. Я мирный, я просто курица. Выходи. Смотри. А просто обычная курица, бегаю, как так. Обыкновенная курица. Я просто обычная курица, забежал в шахту, это не моя шахта. Что-то ты какая-то, давай, выходи на улицу. Да-да-да, с удовольствием выйду на улицу. Выходи на улицу, быстрее. Конечно, без проблем, выйди на улицу, сука, не убивай меня, пожалуйста. Давай, быстрее. А как ты вообще выбрался из вольера? Я не выбирался, это все они. Я посмотрю, ты такой смелый, весь инициативный. Знаешь, что говорят? То, что из таких куриц обычно получается самый лучший шашлык. Так, давай, пойдем, следуй за мной. О май гад, нет, все, ребята, мне... для тебя есть особое наказание. Ты думал, что просто так можешь свалить с моей шахты? Пойдем сюда, иди сюда. Мне кажется, ребята, мы уже проиграли. Мне кажется, я прожил 10 дней в этом мире, ребята, как-то до сотого, мне кажется, не дотянется, потому что прямо сейчас мы отправимся в испытание, в котором, скорее всего, причем я умру. Че придумал, решил сбежать с моей фермы. Так, а ну-ка иди сюда. Да, чувствую, сегодня мы вкусно поужинаем. Давай за мной. Так, ты же любишь ходить по всяким странным интересным местам, сваливать там из загона, из варьера. Вот тебе, короче, наказание. Прыгай в эту дырку. О май гад. Воу, что это такое? Нет, о боже мой, что это такое? Что это такое? Так, окей, я сейчас не могу умереть. Нет, мне нельзя. Я ни в коем случае не должен умереть. О боже мой, там огонь, что делать? Так, я запрыгнул на дерево, на дверь. Что это такое? Ладно, по сути, я могу открыть. По сути, просто избежать все. Серьезно? Я смог выбраться, окей. Так что дальше? Мне нужно как-то отсюда выбраться, желательно без того, чтобы из меня сделали ходячий шашлык. Аккуратненько, так, куда перепрыгнуть? О, тут открытая дверь, я могу сюда запрыгнуть. Хорошо. Запрыгнули сюда, и куда там дальше? Так, вот сюда можем пойти. Или тут у нас какой-то сундучок пустой. А, видимо, я сюда должен был попасть. Здесь я должен был превратиться в ходячий шашлык. Поэтому аккуратненько закрываем, идем в следующую дверь. И тут у нас еще какие-то вот эти эскалаторы. Что это такое? Ладно, нам нужно аккуратненько. О, нет, только не в огонь, только перепрыгиваем. Окей, аккуратно, еще раз перепрыгиваем. И давайте еще раз перепрыгиваем. Я могу, по сути, просто пройти здесь, и здесь, наверное, должен был быть, не знаю, финальный кусок моего шашлыка. Как бы там ни было, мы вроде как выбрались. Да ладно, мы выбрались, мы еще целые, невредимые. Я смог выбраться из первого испытания. Окей, это было, кстати, попроще, чем я думал, я реально переживал. Мы выбрались из этого эскалатора, и нужно быстрее бежать, пока он меня не нашел. Он думает, что из меня там приготовили уже шашлык, а я тем временем могу отправиться обратно в свой вольер, главное его найти. Итак, а после того, как я чуть не умер в своем же первом испытании, ситуация начала ухудшаться. Я думал, что хорошо изучил фермера, но оказывается, постоянно что-то меняется, и теперь он приходит убивать куриц каждые 2 дня, и причем убивает сразу 10 штук. Они будто, я не знаю, решили удвоить производство наггетсов или что, но теперь почти каждая курица рискует стать готовым мясом. Поэтому, как вы уже понимаете, если он продолжит так часто проверять нашу ферму, то рано или поздно я умру. А значит, мне нужно срочно обезопасить себя новыми отходными путями. Итак, теперь, когда мы знаем, что директор-фермер предпочитает почти каждых 2 дня приходить к нам для того, чтобы нас убивать, мы явно будем осторожнее. Кстати говоря, тем временем нам отправили, кажется, наш обед. Да, смотрите, нам раскидали обед, причем впервые за все время я вижу, чтобы тут выпадали реально какие-то вещи. 33 буханки хлеба, неплохо. Можно будет перекусить, а вообще я задумывался над тем, чтобы создать свою собственную ферму. И так, ребятки, вот это, кстати говоря, моя дверь, и не нужно ее палить. В последнее время я замечаю, что курицы слишком часто начали палить какие-то мои тайники, и мне это очень сильно не нравится. Я боюсь, что в один момент фермер-директор сам это спалит, и тогда уже мне наступит хана. Поэтому знаете что? Мне нужно подготовиться. Да, я уже переплавил себе железо, переплавил себе что-то еще. И я думаю, сегодня буду расширять свои возможности. Например, пока что у меня есть только один выход отсюда, а я хочу создать еще один с другой стороны. Чтобы, во-первых, если вдруг спалят мои тайники, чтобы мне было больше возможностей куда убежать. А во-вторых, даже не только убежать, но еще и забежать обратно. Например, если я буду в другой стороне находиться этой фермы, чтобы мне было проще сюда забежать. Иными словами, мы максимально себя пытаемся огородить от смерти. И о май гад, тут гравием нас засыпало. Главное, случайно не спалить
делиться. Стоп, я нашел какую-то шахту. Да, я нашел какую-то шахту, неплохо. Тут имеется лава, имеется уголь. Ладно, уголек немного добудем. И также, кстати говоря, из свежих новостей, как говорится, за последние 10 дней. Стоп, что это такое? Почему уголь, вместо того, чтобы падать ко мне, он остается наверху? Это что за нововведение в Майнкрафте? Ладно, это максимально странно, но не будем на этом зацикливать внимание. Из последних новостей, ребята, мне кажется, у фермера-директора появилась собака. Да, это не очень хорошая новость, потому что он все время с ней ходит, и у меня такое ощущение, что... О май гад, так, мы куда-то выбрались. О, отлично, мы как раз-таки за пределами нашего вольера. Окей, в принципе, можем немного здесь побегать, можем сделать еще один верстак и отправиться добывать железо. Так, Тузик, все, пойдем за мной. О, пошли нет, со мной, нет, я нет, тебе нет, покажу нет, вольер. Нет, мне кажется... Сюда, о, все, я понял, я ребята, к нам приходят гости. Так, Тузик, все, добро пожаловать на мою фазенду. Так, иди сюда. Вон, смотри, вот видишь, вот этих куриц каждый день я убиваю по 5 штук. И мы делаем из них вкусный шашлык. Сейчас мы тебя на шашлычок-то пустим. Отлично, еще парочку можно убить куриц и со спокойной душой отправляться на кухню. Так, а ну-ка. Отправляться на кухню, так, у них еще имеется кухня, окей. Находимся так, новые... О, мой гад, я же спалился, боже мой, я же стоял так тихо. Нет, я, меня там это не было... Что за... Я что-то не понял. Нет. Еще одна курица сбежала. Нет, нет, никто не сбежал, никто не сбежал. Это то же самое. Так, а ну-ка, Тузик, пошли на улицу, сейчас мы поймаем этого. Нет, так, никто не сбежал, быстро, окей, нужно бежать, нужно срочно бежать. Так, быстренько берем, начинаем выкапывать какой-то тоннель, просто бежим отсюда и подальше. Окей, я старался быть максимально осторожным, но, видимо, в итоге я сам себя спалил, потому что я забыл про то, что, ну, я курица за вольером, камон, это подозрительно. Как бы там ни было, окей, у директора был шанс меня убить, он этого не сделал, я надеюсь, что он меня не найдет, а сам тем временем я отправляюсь, не знаю, на Кудыкины горы, куда-нибудь максимально подальше. Мне нужно как минимум добыть себе немного еще железа, сделать себе ведро, и оп, мы куда-то выбрали. Так, а кто это тут у нас такой? Нет, бежим! А то я сейчас выстрелю! Не надо стрелять! Так, окей, все, бежим! О май гад, что это такое? Почему я выпал? Давай, иди за ним! Нет, не надо за мной идти! Так, спрячемся за деревом, меня никто не найдет. Так, где эта негодная курица, Тузик? Итак, воспользуюсь случаем, быстренько сделаем себе топор. Нужно себе что-то сделать, какое-то оружие, какое-то Тузик, не подходи ко мне! Где он прячется? Я же чувствую, что он где-то здесь, рядышком. Так, делаем себе ведро, быстренько крафтим себе ведро, окей, мне нужна будет вода, срочно нужно будет сходить за водой. Так, где тут имеется вода? Тик еще след! А вот он, я вижу его! Нет, меня не видит! Я бегу быстрее к первому зданию, и ладно, я там уже был, мне нужно срочно найти воду. Где там он, сзади меня, что ли? Как вы уже поняли, у фермера-директора нет такого... О май гад, это его собака. Это его собака, окей, они явно куда-то убежали, поэтому я могу аккуратно пойти по их стопам, задних обойти их и вернуться к своей ферме. О, нет! А кто тут у нас? А ну-ка, вот теперь стоять! Ты же не хочешь умереть. Так, попался, негодник. Тузик, вот это тот, о ком я тебе рассказывал. Тузик, откуси ему лапу. Не надо мне откусывать ничего, я пошел, до свидания. Так, бежим так, быстро, а убегаем. Я буду стрелять. Нет, все, стрелять все, не надо. Заряжаю все. Свое ружье. Так, ты че такая борзая курица? А, я что-то не понял. Так, давай. Иди за мной, для тебя будет жесткое наказание. Ты, значит, из первого наказания выбрался, да, каким-то образом? Самый хитрый. Все, пошли за мной. Понятно. Как вы уже, ребята, поняли, фермер-директор не имеет права меня пока что убивать, потому что сначала он должен меня, так скажем, отправить через все эти испытания, которых всего здесь 5. Мы сейчас проходим с вами в испытание номер 2, и если я там умру, то это будет крайне неприятно. А если не умру, то тоже неприятно, потому что могу умереть попозже. Да, странно звучит. Так, давай быстрее. Че так медленно? Тузик, укуси его за ногу. Да все, кусать меня не нужно, боже, мне не нужно. Меня никуда кусать. Боже, куда мы поднимаемся? Это что за эйфелевая башня? Да, сейчас ты действительно удивишься, хитрая курица. Окей, у меня такое ощущение, что я превратился в какую-то курицу каскадера с недавнего времени, потому что меня отправляют на какие-то испытания церковные. И так, что это такое? Это, я полагаю, мне туда надо будет. Так, ну ты, я думаю, знаешь, что тебе надо теперь делать. Желаю тебе удачи. Думаю, из тебя получится очень вкусный шашлык. Нет, опять эти испытания. Окей, ребята, мы справимся. Мы должны через него аккуратно пройти. Так, перепрыгиваем влево. Окей, мы справились. Нам нужно как-то аккуратненько пройти, без того, чтобы мы здесь умерли. Так, о май гад, что это какое-то новое испытание? Нет, я к такому не готов. Так, перепрыгиваем налево, окей, нормально. Так, перепрыгиваем направо. Я в такие игры на телефоне играл. Я готов, я могу справиться осторожно. Главное не попасть в огонь, потому что если я попаду в огонь, я просто моментально сгорю. Вы представляете, я курица, которая, ну, не особо дружит с огнем. Я не сильно хочу превратиться в ходячие шашлыки. О май гад, это очень сложно. О боже мой, я чуть не умер. Я только что чуть не умер. Аккуратно, о май гад. Хорошо, сколько таких еще испытаний? Пожалуйста, хватит изменять этих испытаний. Боже мой, что это такое? Нет, это какая-то комната ада. Это какая-то реальная комната ада. Мне нужно максимально осторожно перемещаться, иначе я прямо сейчас могу умереть. Пожалуйста, осторожно, перепрыгиваем, осторожно. Я паркурю с детства, поэтому я, в принципе, готов. Главное, не попасть в огонь, иначе я могу умереть и превратиться в шашлык моментально. Я не хочу, я хочу пройти этот Майнкрафт, я хочу выиграть. Так, проходим паркурчик, аккуратненько прыгаем здесь, и все, мы готовы. Окей, теперь нам нужно пройти через какое-то еще испытание. Боже мой, схватит испытание с меня. Я достаточно уже себя испытал. Я понимаю, что я реально какая-то курица-каскадер. Я какой-то Чак Норрис. Так, хорошо, мы прошли, да, ребята,
мы вышли из этой комнаты, мы прошли. Мы прошли это испытание, причем мы еще и целы и невредимы. На самом деле, я знаю, что каждое испытание сложнее предыдущего. И я думал, что это я не пройду. Но все нормально, ребята. Нам нужно срочно бежать обратно домой. Но по пути домой желательно нам найти водичку, потому что она мне пригодится для создания фермы. Итак, последующие 20 дней стали для меня реальным страхом. Так как я вел себя слишком подозрительно, директор-фермер очень часто меня замечал и иногда едва ли меня не ловил. Из-за этого, кстати, он начал подозревать, что у меня, видимо, есть какое-то скрытое логово, я где-то прячусь. А это значит, что это только вопрос времени, когда он на самом деле найдет мое логово. Как бы там ни было, за эти дни я успел, знаете, сходить несколько раз в шахту, добыть немного железа для будущей брони и даже сделал механизм, который будет стрелять в него, если вдруг он обнаружит мое логово. И так я наконец-то нашел воду, и все было классно, все хорошо, пока не случилось это. Итак, я решил, что сделаю себе ферму, потому что я могу просто умереть от голода. У меня недостаточно еды, хлеба больше нам не приносят, поэтому придется выживать как-то так. У меня не осталось, правда, особо пшеницы, поэтому, блин, придется немного пособирать. Главное, чтобы не спалиться, что тут пропала вся пшеница с нашей фермы. Кузик, проходи. О, май гад, нет, тихо, мы в опасности. Ты же знаешь, какой сегодня день? Сегодня день убийства пяти куриц. Да, нет, до свидания, нет. Так, давай выбирать, давай несколько куриц вот отсюда, короче, потом вот. Эту. Так, теперь пойдем туда. Нет, не надо. Не надо сюда. Нет, моя ферма, не трожь мою ферму. Не трогай мою ферму. Ты ее даже не заметил. Нет, бежим, надо, все, бежим! Эй! Это та самая курица! Тузик! Нет, все, прячемся. Оу май гад. Так, а где она, эта курица? Я ж не понял, куда они все время деются, блин? По дом, что ли, забегают? Непонятно, так, а это. Тихо, ты кто такой? Ты кто такой? Что это такое? Что за курица с подвохом? А что за фигня? А что это за какой-то потайной дом, что ли? Ты что сделал? Ты меня спалила, курица! Что ты тут делаешь? Давайте! Ты с ума сошла, курица? Нет, только не это. Пожалуйста, курица, что ты сделала? Она просто забежала сюда и спалила мою хату. Ты что, издеваешься? Так, Тузик, давай, твой выход. Нет, только не Тузик, все, уходи оттуда, боже мой! Нет, все, ребята, нас спалили, окей. Наше хранилище спалили, что мне теперь делать? Окей, а прошло уже 10 секунд, никаких звуков я не слышу, и такое ощущение, как будто полная кромешная тишина. Это как-то слишком подозрительно и в то же время слишком страшно. Что там происходит? Тузик Фас! Какой Тузик Фас? Подожди, нет! А, Тузик! Тузик, что ты делаешь? Тузик, боже мой, курица, уйди, боже мой, что за Тузик? Тузик, уйди, пожалуйста, Тузик, мы с тобой договоримся. Какой еще Тузик? Почему он его на меня направил? Так, Тузик, подожди, давай мы с тобой договоримся. Давай ты не будешь меня кусать, пожалуйста, уйди, я не хочу тебя убивать, ты понимаешь, я не хочу собаку убивать. Тузик, давай, выклевывай его оттуда, быстрей. Ты меня вынудишь, Тузик, уйди, нет, Тузик, что ты делаешь, боже мой, ладно, окей, мне уже быстренько вернуться обратно. Давай, возвращаемся обратно, так, забегаем. Все, так, где? О, боже мой, нет, он здесь, так, нужно куда-то спрятаться, Я не знаю, куда мне идти. Окей, нужно аккуратно пробежать обратно в наше жилье. Обратно. А ну-ка стоять! Куда собрался? Иначе я тебе сейчас стрелять буду. Все, стою. Тузик, мы его поймали. Мы его наконец-то поймали. Какой ты прыткий. Так, пойдем, тебя отправляем на третье испытание. Тузик, смотри, чтобы он не убежал еще раз. Тузик, если зараза, что, Тузик! Отгрызи ему голову. Какую голову отгрызи? Кусай за голову. Я ему хвост откушу в следующий раз, боже мой, Тузик. Ну слушай, из-за тебя одни проблемы. А че это? Тузик взял меня просто, забежал в мою хату без приглашения, главное. Так, давай, выгоняй его. Выходи отсюда, курица, быстрей. Так, еще одна курица убежала. Ты что тут делаешь? Вот правильно, на него отвлекайся, а я теперь не побежал. Так, я побежал. Так, где там третье испытание? Ладно. Окей, пожалуй, рыпаться не будем. Сделаем вид, что мы согласны. Да, все, я принял эту судьбу, я отправляюсь на третье испытание. Ничего себе, тут, конечно, подниматься. Боже мой, такое ощущение, что я реально сейчас поднимаюсь на Эйфелевую башню. Тут просто гигантская башня. Так, ну чё, цыпленок цыпа. Я думаю, ты знаешь, что тебе нужно делать? О май гад, что это такое? Это нет! Давай! О май гад, нет, подождите, мне нельзя умирать. Пожалуйста, что за дропперы? Что за дропперы из огня? Подождите, что это такое? Неужели я сейчас буду обратно? Нет, сейчас нужно против течения бежать! Так, аккуратно, главное противостоять этому, потому что я не хочу стать шашлыком в этой лаве, пожалуйста. Отправят меня в этот бедный Макдональдс, я не хочу. Так, я могу выпрыгнуть, все. О май гад, я сбежал, да ладно, это было так просто. Я сбежал буквально за 10 секунд. О май гад, я нахожусь прямо около фермы. Быстрее, забегаем, пожалуйста, забегаем и закрываем за собой дверь, чтобы ничего не спалить. Фух, боже мой, ребята, мы вернулись. Окей, мы вернулись целые, невредимые, я даже не умер. О май гад, закрываемся. Нас спалили, ребята, и теперь он знает то, что у меня имеется какое-то секретное убежище. А это в два раза усложняет теперь всю ситуацию. Итак, после всех испытаний я понял, что дальше так не годится. Я не собираюсь всю жизнь прятаться от директора фермера и тем более его терпеть. Поэтому я сделал то, что у меня получается лучше всего.
я разработал план. План, кстати, заключался в том, что мне нужно было взорвать его ресторан, чтобы остановить производство курицы и тем самым, ну, нас освободить. Конечно, на словах все достаточно просто, но на деле мне нужно было добыть очень много динамита, поэтому я выжидал вечера и охотился на криперов, чтобы раздобыть из них как можно больше пороха. Теперь все, что мне остается, чтобы взорвать этот ресторан чикен наггетсов, это добыть песок и скрафтить TNT. Итак, тем временем я добыл уже 36 пороха, однако у меня очень мало хлеба, из-за чего в скором времени я могу просто умереть, потому что я уже почти не могу нормально передвигаться. Это значит, что нам нужно будет позаботиться о том, чтобы у нас была немножко усовершенствована ферма и чтобы у нас было больше еды, потому что дожидаться вот этих вот буханок хлеба, которые нам бросают раз в никогда, знаете, как-то не особо хочется, ибо они все это выбрасывают по настроению. Когда захотели, нам выбросили хлеба, когда не захотели, оставили нас голодными. И, о май гад, что это за огромная такая пещера? Ладно, мы нашли какую-то шахту, что довольно-таки неплохо, и неужели она может привести меня к моему же собственному вольеру? Ладно, я нашел здесь железо, которое в теории можно добыть, и у меня имеется сколько? 31 песка. Окей, у меня 31 песка, 36 пороха, я думаю, этого хватит. Сделаем себе еще немного железа, и наш план капкан сейчас будет реализован. Итак, берем и быстренько крафтим с помощью нашего песка наши динамиты, которыми мы будем подрывать наш ресторан чикен наггетсов. Сделать я могу ровно сколько? 7 динамитов! О май гад, окей, мне кажется, этого нам должно быть достаточно. Забираем также железо и сделаем себе, пожалуй, броню. Нам нужно укомплектоваться для того, чтобы нас не так уж легко было убить. Все, оделись. И все, что нам осталось сделать теперь, это составить наш план. План, по которому мы будем взрывать наш ресторан чикен наггетсов. Я даже не знаю, как к нему подобраться. Спустя несколько дней в путешествиях я нашел слабое место в здании номер 5, из которого я смогу попасть в ресторан наггетсов. Но теперь самое интересное. Для того, чтобы мне туда попасть, мне нужно сделать так, чтобы меня поймали. Итак, окей, изначально все казалось довольно-таки просто. Мы нашли слабое место этой фермы, и это здание номер 5, в котором, по сути, я смогу попасть туда и оттуда сбежать, сразу подобраться к нашему ресторану с чикен наггетсами. Но появилась одна небольшая непредвиденная проблема. Я никак не мог ожидать то, что фермер-директор усилит свою защиту и добавит еще одного фермера, который будет тут всех пасти. Просто посмотрите на этого красавца. Он просто бегает вокруг нас и, по сути, я не знаю даже, какую роль он выполняет. Он просто бегает с мотыгой в руке и присматривает за нами. Видимо, охотник решил то, что ему слишком скучно теперь за нами наблюдать, и он перестал вообще к нам приходить в гости. По всей видимости, он все переложил на этого фермера. Но это для нас нехорошо, поэтому... Алло, выпусти меня отсюда! Я буду бунт устраивать, Я тут, смотри, посмотри на меня, посмотри, какой я красавец, я прыгаю, я курица, которая умеет прыгать. Вот, посмотри, я еще и тверкать умею. Я умею тверкать, смотри, ты никогда такой курицы в своей жизни не видел. Опа, так, сработал, открывает. Бежим, быстро побегаем, все, побежали. Окей, мы на свободе. Мы убежали, так, окей, я вижу тебя, так, розыку ударили, здравствуйте. Так, и чё? Ты чё, офигела, что ли, курица? Так, давай. Эй, это же ты же тот же самый. Да. Я не понял, ты чё? Так, слушай. Ты меня доконал. Сейчас я тебя отправляю на самое жесткое испытание. О, давай. Если не хочешь умереть, я тебя сейчас устрою. Сейчас ты у меня поплачешься за все при все. Отлично, ребята, все идет по плану. Мы сейчас отправляемся в здание номер 5, в котором, скорее всего, у меня получится сбежать. Итак, у меня имеется динамит с собой, у меня имеется дерево. Я могу сразу же сделать себе нажимные плиты, и я абсолютно к этому готов. Так, давай иди сюда, курятина. У меня для тебя есть крутой сюрприз. Тебе точно понравится. Окей, мне так, уже страшно, давай. Но в то же время мы должны быть готовы, ребята. О май гад, это огромная арена, просто посмотрите на нее. Ворота закрываются, желаю тебе удачи. Сейчас ты испытаешь боль. Они подумали, что я какой-то босс, они меня возомнили. Я обычно курица. Они меня запустили в гигантскую PvP-арену, когда я просто обычная маленькая курица. И они просто оттуда сидят и смотрят на меня. Вы что, серьезно? Так, я надеюсь, ты готов, курятина. Сейчас ты поплатишься. Как я понимаю, сейчас что-то здесь появится. И, о май гад, что это там такое вдали? О боже мой, это какие-то злые собаки. И что, они теперь все будут на меня нападать? О май гад, это ненормально. Давайте, песики, давайте, загрузите ему там все, блин. Все перышки ему повырываете. Окей, это что-то новенькое. Главное, чтобы я смог их убить, потому что иначе они меня загрызут. Я не готов умирать. Хорошо, что я сделал себе хотя бы железную броню. О, как он их убивает? Нифига себе. Все, это было позже. Это было проще простого. Бежим быстрее. Так, план капкан прямо сейчас начинается. Так, ставим динамит, ставим нужную плиту. Быстро подрываем. Быстро. Давай, действуем. Так, давай, запускай, взрываем. Нет! Все нормально, давай. Отлично, еще один динамит. Давай, быстрее. Пожалуйста, хоть бы этого динамита было достаточно. О, боже мой, нужно быстрее подняться наверх. Быстрее. Подрываем все. Так, мы должны сбежать. Все, пожалуйста, давай. Давай, все, мы открыли ворота. Все, можно сбежать. Все, бежим! Он убегает, лови его. Так, нужно найти где-то Макнаггетс ресторан. Где этот Макнаггетс ресторан? Вот, я вижу. О май гад, я вижу этот ресторан. Все оттуда, ребята, и начну.
вот все там, ребята, и закончится. Let's go! Так, быстренько забегаем сюда. Окей, у меня имеется всего лишь один динамит, и это крайне плохо сыграю. Один динамит это мало. Нужно будет взорвать самое главное ядро этого ресторана. Окей, я так понимаю, ядро это, наверное, кухня. Поэтому так, я ставлю динамит, все, быстренько подрываем тут все и отправляемся. О, мой гад, они здесь, они рядом, они рядом. Бежим, 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 бежим! О, мой гад, что? Мне кажется, мы взорвали всю кухню, ребята. Мне кажется, или мы только что с вами взорвали всю кухню. О, мой гад, мы их убили, да ладно. Мы их обоих убили! Мы убили обоих, взорвали всю кухню. По сути, мы теперь спасли наших сородичей. Окей, мы взорвали кухню, все, я полагаю, можно бежать. Все, мы убили всех в этой деревне. Боже мой, что произошло? Окей, я чувствую себя какой-то курицей-убийцей. Но, ребята, этим я хочу вам сказать, что я прожил 100 дней в ферме и смог из нее сбежать. Это какая-то была ферма тиранов, в которой нас реально, ну, нас постоянно убивали, нами злоупотребляли и делали из нас наггетсы. Поэтому надо будет вернуться в скором времени. Спасти моих остальных сородичей. А с вами был я, Тумка. Если вам понравилось, ставьте лайк. И всем пока-пока.